Традиционные летние враги человека – комары и клещи – сдают позиции куда более опасным конкурентам. От Подмосковья до Сибири резко возросли случаи нападения змей. С наступлением самого теплого времени года рожденные ползать все смелее выходят в люди. Впрочем, как показывает практика, в трагических последствиях встреч с ядовитыми гадюками зачастую виноват сам человек, пытающийся поймать, покормить и даже сделать селфи со змеей. Тему продолжит Кирилл Бортников. Белое пятнышко по бокам, по щекам. Два белых таких. Встретить змею в лесу большого труда не составит. На Анатолия Хандрика она напала на рыбалке. Мужчина до последнего был уверен, что это уж. И вместо того, чтобы срочно ехать к врачу, он еще несколько минут продолжал снимать гадюку на видео. То есть это не уж? Получилось так. А змея ядовитая? Дальше все по сценарию. Отекает рука, повышается температура, недомогание – это стандартные симптомы укуса гадюки. В этом году змеи особенно активны. Специалисты связывают это с жарой и большим уровнем воды в водоемах. Причем наткнуться на змею можно не только на природе. В Екатеринбурге накануне непрошенного гостя поймали в магазине. Ты что, не боишься ее? На Урале с начала весны в центр острых отравлений уже обратились 7 человек. Но медики в режиме ожидания. Как правило, за сезон за помощью обращается не меньше 40 уральцев. Причем чаще всего змеи нападают сами. Я шла из сада домой по тропинке. Вот змея ползла, я ее даже не видела. Решил травку пополоть бабушке. Нагнулся, потянул, она там начала, была, не заметила. В Челябинске наоборот. Гадюка напала с целью самосохранения. Для Александра Харченко больницей закончилась попытка сделать со змеей селфи, но фотография не удалась. Любопытство сыграло. Шевеление в траве, нашли змею. В Тюмени уже поставили печальный рекорд. С начала лета змеи покусали 12 горожан. Трое детей сейчас в реанимации. Не лучше картина и в соседних регионах. Чаще всего змей можно встретить в заболоченных местах и рядом с водоемами. Специалисты советуют не паниковать и не привлекать к себе внимание. Если же нападение избежать все же не удалось, то, вопреки стереотипам, не стоит перетягивать место укуса жгутом и уж тем более отсасывать яд. Медики настаивают, никакого самолечения. Максимум можно наложить легкую повязку на место укуса, принять обезболивающее, постараться меньше двигаться и пить больше воды. А вот алкоголь точно не поможет. Многие считают, что алкоголь помогает от всего, но здесь он, конечно, оказывает достаточно плохое действие. Фиксация яда в нервной системе и увеличивается обезвоживание, усиливается, соответственно, повреждающее действие на почки. К медикам нужно обратиться максимум в течение суток. Если затянуть с визитом в больницу, случайная встреча с гадюкой может закончиться трагедией. А, готовится, готовится. Прыжку готовится. Опа!